Я предложил, чтобы мне помогали, чтобы мне нам попали. Слава Україні. Хлопці, хочу звернутися до всіх пацанів, які там зараз воюють, чи воювали, чи які зараз на сьогоднішній день прибувають тут. Ви бачите, яка ситуація в тилу. Нас буквально недавно по наказу Російської Федерації брали одного грузина, розвідчика, може пам'ятаєте, був в Солом'янському суді. Этого разведчика по приказу Российской Федерации во время войны России с Украиной, да, хотели вывести в Россию. Потом его выпустили, как бы там Грузия начала бунтовать. Да. И вот сейчас мы видим опять повторение уже неоднократно вот таких вот ФСБшных просто приказов и исполнений. Людей, наших побратимов, пацанов наших, которые воевали, накидывают им. Заламывают руки, накидывают кульки на голову и в скотчах увозят. Вы должны понять, что рычаг управления, получается, находится тогда у врага, против которого мы воюем. И этот враг, который дает приказы, ну, тот, кто дает нам приказы, получается, тот есть, против кого мы воюем. У вас понимание, у всех пацанов, которые воюют, которые сейчас в тылу находятся, поддерживайте друг друга, давайте поддерживать друг друга и помогать друг другу. У нас немного, но мы уже начинаем собираться. Не обращайте внимания на разногласия какие-то или еще что-то, потому что гибридная война, она начинает сейчас набирать обороты и горячесть. Поэтому мы только объединившись вместе, объединившись разум, мы подолаем. Так что, хлопцы, давайте вперед, разум, выходите под ВР, приезжайте. Будемо забирати своїх хлопців, будемо відстаювати Україну. І гібридно ми, ну,